Здравствуйте, здравствуйте. Вам Сергей Язовский, с вами риэлтор из Аликанте. Посмотрите, где мы находимся. Я вам показал. Раз, два, три, четыре жалюзи, которые открываются. А почему я их показал? А потому что я нахожусь в большом помещении, 305 квадратных метров, в котором совсем недавно был спортзал, друзья. Видите, остались еще зеркала. Ну, что-то случилось, и ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат. Ты агрегат, Дуся, на 100 киловатт. Что-то случилось, и это помещение прекратило свое действие под видом спортзала. Здесь, конечно же, были и ушуисты, и кунг-фуисты. В общем, даже бачату, кажется, здесь давали иногда. Я помню, я здесь был. Вот здесь по этой всей длине находились разные качальные инструменты. Гантели, что там еще есть? Груши были бойцовские. Что из себя представляет помещение? Посмотрите, налево, показываю, был мужской туалет и душевая. Здесь были маты настелены. Сейчас поярче сделаю. Поярче не получилось уже. Спортзал и это помещение находится в очень хорошем проходном месте. Здесь, вот я показываю, это третий санузел. Три санузла, это очень хорошо. И здесь какое-то подобие душевой. Надо делать ремонт здесь. Ну какой, покрасить, повесить светильники. А вот еще остались углы такие. Вот груши, зеркала частично есть. В общем, для тех, кто хочет заниматься, преподавать спорт какой-то, вести этот бизнес, ну, в общем, неплохо. Район Каролинас, Бахас. Почему поздернули все освещение здесь и так далее, не знаю, не мои дела. Не мои дела, не хотим мы спрашивать и лезть, почему это случилось. Здесь была женская душевая, почему-то для женщин очень много душевых кабинок, да. Женщины богоизбранные, так сказать, существа, поэтому для них все чуть лучше. А вот унитаз здесь сперли. Я уже прошел, посмотрел, думаю, странно. Зачем кому-то старый унитаз? Потолки очень высокие, хорошие. Здесь был нормальный спортзал рабочий. Я был здесь. Так, очень хорошие потолки. За сколько это сдается помещение? В настоящий момент хозяин хочет 600 евро в месяц первый год. А далее, как раскрутитесь, типа, он хочет 1200. Это мужская душевая. Так мне сказали. Вот она, видите. Для мужиков уже все по-другому. Для женщин красиво, для мужиков не очень. Или это помещение продается еще. Но что-то я, честно говоря, скажу мое мнение, что дороговато. 300 тысяч евро за него хочет хозяин. Все. На этом рассказывать-то мне больше нечего. С вами был Сергей Язовский, риэлтор из Аликанте. Плюс 34. 663-945-75. У нас плюс 30, друзья. Приезжайте срочно купаться. У нас еще остались квартиры. Свободные, да. Пока.